задача по локализации кромки лесного пожара номер 23 Гремучинского лесничества Лукачанского района. Будем выполнять комплекс лесовизионных работ с применением вертолетов Ми-8, патрульного самолета и самолета-танкера Б-200, на борту которого мы сейчас находимся. Забор воды будем осуществлять на Богучанском водохранилище. Пройдем, посмотрим отсутствие препятствий разного рода, там бревен плавающих. Снижаемся, схода набираем воду, уходим в набор и на пожар. Задача самолета-танкера — обработать огнетушащим составом наиболее активную кромку горения для облегчения наземным активным силам тушения работы на кромке лесного пожара.